Всем приветик, с вами вновь Sony. Ребятушки, покатаемся сегодня немножечко в Midnight Club. Я что хочу сказать, ребят, все-таки мое ведро старое не вытаскивает нормально запись, постоянные проблемы. О-о-о, вы сами видели рассинхрон звука, все дела, поэтому, короче, я заказал новую тарантасину. Сделаю ковитое человечески, вот. Но комплектующие новой тарантасины ко мне приедут только на следующей неделе. Поэтому, ребятушки, у нас будет неделя консольного гейминга. А потом мы вернемся к Need for Speed, Dirt'у и всем остальным ништякам с пекарни. Так вот, ребят, мы будем проходить дальше эту замечательную игрушку. Сделаю чуть потише. Midnight Club. Только сегодня мы с вами покатаемся не просто с бухты-барахты куда-нибудь, как-нибудь. Потому что у меня уже фиг знает сколько серий по этой игре. Смотрю, она многим поднадоела, но многие по ней соскучились. Давненько не выходила эта игрушка. Поэтому, ребят, сегодня мы с вами начнем проходить именно то, что нам нужно по сюжетке. Игра у меня пройдена на 77%, в принципе, близится к концу. Но, тем не менее, тут еще дофига чего нужно выполнить. Давайте залезем в карту. Это не та карта, вот. С таким макаром. Посмотрим, что тут нам предлагают, где мы можем с вами поехать. Так вот, Mission Log. Итак, нам нужно проехать на лоурайдере, заданиеться. Нужно еще проехать эти самые скоростные 4 штуки заданий и все остальное. Тут должны будут появиться задания от Карла. Вот именно его миссии будут именно финальными. Ладно, тулим тогда в гараж за каким-нибудь лоурайдером. Либо сейчас прикупим и приколхозим быренько, либо посмотрим, что у нас там есть. Я уже не помню, честно вам скажу. Тут как-то можно по ускоренной программе попасть в гараж. Вот так. Как-то так. Погнали, сейчас заценим, что у нас там имеется в арсенале. Потому что у меня там на самом деле было дофига машин, насколько я помню. Лоурайдер должен быть какой-нибудь. По-моему, там это самое есть у нас Chevrolet. Это у нас Manage Venture, ё-моё. Чё я лезу вечно к клаве? Привык с Need for Speed уже. Repair, repair. Так, ребят, что у нас тут есть? Вот! Это ж Lowrider. Lowrider, вот тебе раз есть точило прикольное. Это чё? Muscle Car, Tuner, Exotic, Sport Bike. Tuner, кстати, Mitsubishi Eclipse, Forsage Edition, кто, не, может, кто-то помнит еще с незапамятных времен, блин. Я сидел, сам мутил эту тачку, блин, а ну-ка, зацени, я хочу посмотреть на нее. Единственная моя старая тачка осталась, но винильчик полностью делал я на ней сам. Жалко, что она не канает под лоурайдер, ну, ладно, покатаемся, может быть, на ней еще немножко. Во, приколите, вот это вот я вделал все сам, буквально все сам. Ладно, еще раз, Manage Venture, давайте у нас Bel Air. Берем Bel Air, короче, и поедем прокатимся. Я помню, что я на этой точиле вздергивал Skyline. О, смотрите, какая тут тарантасина такая именно. На стиле все как нужно, только ее попринизить. А что такая высокая, я не понял. Где у нас там интерьер-экстерьер? Где мы можем ей посадку? Я вспомнил. В тапках мы можем ей посадку поменять. Где там у нас... Сейчас быстренько дойдем. Во-во-во-во-во, Dimension. Скажись, это здесь... А она и так занижена у нас full, да? Да, ребят, она получается и так занижена. А, подожди, не совсем фул. Было минус 5, а мы ее делаем вот так. Минус 7, вот. Больше занизить нельзя, слушайте, приколите. 23-е диски. 23-е, мать твою, диски. Ладно, нормалечек. Оставьте вот так, как есть. Вот, теперь можно поехать что-то покататься. Файт, выходим нафиг отсюда. Погнали, что там. Где там эта гонка на лоурайдере? Или нам, походу, нужно любую выполнить? А ну-ка еще раз залезу в карту. Да карта, покажись, пока она прогрузится. Карту нельзя открыть, к сожалению. Оп! Блин, да такую машину бить, это ж кощунство. Вот, карта раздуплилась. Текс. Окей, ну, допустим, я хочу это выполнить. Как мне взяться за это задание? Вин... Ладно. Win in this lowrider. Любую гонку, короче, сейчас надо проехать. Хорошо. Нафиг я вышел с карты-то. Иди нафиг, блин. Мне управление вообще непривычно нифига, я уже привык к пекарне, давно не катался на консольке. Так вот, давайте поедем, вон есть какое-то заданица у нас. Давай вот, файт, тут недалеко. Тулить, пихаем первую и полетели. Что называется? Ездят они тут. Графен, конечно, мыло мыльное, но что поделать, это PS3. Очень жаль, что эту игру не завезли на ПК. Прям очень жаль. Вот, поэтому приходится так вот ломать глаза. Ну, на Xbox 360 она получше выглядит, но у меня пока что нет Xbox 360. Я планирую, конечно, его взять. Где-то здесь, чувак, где там? А где гонка-то, а? Где-то здесь заезд, что ли? Разбегаемся нафиг все, все нафиг. Нафиг. Здоров, пацаны, что тут у нас, китайцы? Китайцы так китайцы. Пацаны, я смотрю, на нормальных тут тележеньках. Так, а, это у нас гонка типа на бабосике, а есть что? Ну ладно, давайте медиум, хард, о, нет, давайте на медиуме. На харде, я так чувствую, на этой таратасине мне будет тяжко с ними тягаться.
А чё, здесь же вроде бы было заданица. А именно какое-то танк, гонка, а не один на один. Ну ладно, поехали один на один. Давай, мадафака, тут надо ручник подёрнуть, я совсем забыл. Чтобы стартануло покруче. Жарим. Надо вспоминать, на каких клавишах у нас это... нитро. И какая-то там плюшечка. Чувак, я чё слышу, ты там на нитрах уже валишь. Ублюдок. Блин, что-то мало так сенса еще, я не знаю. Как-то мне кажется, что с Logitech'ом у меня сенса побольше в этой игре было. О-о-о! Может, я ошибаюсь, конечно. Давай, давай, выруливаем. Алло! Шпарим! Here I come, motherfucker! Ты смотри, на него тулит, у нас прям стритрейсинг, пипец. Еще раз стрельну, пожалуй. О, по-моему, я зря это сделал. Тихо! Нафиг! Вот, вот так вот, отлично. Мы его чуть подпнули, дропнули FPS на консольке. Нафиг! Кстати, он на развалюше не едет, на 10-м. Блин, я не могу за ним угнаться, слышь? Давай-ка, шаровой нитро. Давай! Четвертую и наваливаем. Прекрасно. Тихо. Уху, увернулся, блин. Очень мало сенса. Не знаю, с чем это было бы связано, но вот видите, тупняк. Вот я рулю, подруливаю, пытаюсь. Но ни хера не происходит совершенно. Чё за бред? Я не понял. Midnight Club, алло. Воу-воу-воу-воу. Давай, точила, точила, еле-еле тащит что-то. Пытается, по крайней мере. Так, у меня есть еще один этот крякальник. Тут-то поворот. О, пролезли, отлично. Где там этот чувак? О, это вид менять. Не туда! Вид, пожалуйста, человеческий. Как назад смотреть, черт его знает. Не будем рисковать, уже не помню, ни хера. Жарим нитро, хотя это было зря, наверное. Тихо! Твою мать! Давай, 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 кочегарь, ведрина. Нахер пошел. Все, нитро я спалил, нафиг. А мы тут не одни едем, нас тут кодла оказывает. Чё ты, блин. После всего, тихо. Давай, 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 давай. Плеер, нагибай всех, нет, нет. Нафиг, катись. Я уже вижу финиш, чувак, иди нафиг. Нафиг все. Финиш, ну, Плеер, ты можешь. Давай, тащи. Вот они сзади. Фух, кажись, затащила, тащила. Фух. Midnight Club это вам не это, а у нас будет три гонки. Так вот, я должен был сейчас пройти на лоурайдере, типа, заданица. Да, нормально, он unlock бампер. О, приколите, мы еще и на эту тележинку бамперы какие-то открыли. Прекрасно. Погнали дальше. Next Racing Series. Так а что не засчитали победу на лоурайдере? Где? Че? Я же ее выполнил вроде бы. Там должна была выскочить фигня такая, что типа, все, Вась. Ты проехал. Ну ладно, тулим. Не суть важно. Чё, пацаны, обидно, как вас нагнуло ведро 50-х. На самом деле, крутое ведро. Давай, Плеер, давай, 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 давай. Оп, 80 миль на второй. Нормально едет, кстати. Тихо. Было бы, конечно, прикольно, чтобы здесь километры были, а не мили. Давай, 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 давай. Нафиг. Объехали друга, товарища. На пониженную и... О, нифига. Нормально прошла. Так, пора бы на третью переключаться. Звук мотора у нее такой неотчетливый. Катись-ка ты, дядя, ко всем чертям. Твою налево. Твою налево. Тихо, управился. Тем не менее, этот ублюдок устоял на колесах. Давай, давай, давай. Он еще и нитро стреляет. Не, я за ним не поеду, ну его нафиг, от греха подальше. Опасность. Так, пальма, раз, машина, два. Машина, три, не, нормально. Блин, да что вы такие быстрые. Ребят, эта игра, конечно, реально очень сложная. Очень сложная. Те, кто играли Midnight Club, те в теме. Насколько она геморройная в прохождении. А если кто не в курсе, у меня же куча новой публики. Вот, отлично, мы доезжаем до финиша. И вот так вот, пыдыдыщ. Это игрушка от Rockstar. Я думаю, что вы, наверное, можете заметить тут небольшое сходство с GTA, потому что движок один и тот же. GTA 4 движок. Тулим дальше. Прикольно, прям перед финишем. Успел нагнать. Final заезд. Блэр, крут. Крут, крут. Можно будет, конечно, еще какие-то новенькие тачечки допилить. Че бы и нет. По бырику так, оп-оп. Тут тюнинг, конечно, очень классный в этой игре. Один из лучших.
Да, вин, да. Мечтай. Оп! Мадафака, наваливаем. Даешь третью. Можно, конечно, нитро стрельнуть, но нет, не знаю. Смотрите, она даже вздергивает эти тарантасины их. Как там назад я смотрел, он нашел. Пытается, по крайней мере, тихо. Да ладно тебе, девонька, все нормально. Чё-то я их слышу, будто они вот здесь буквально уже. Отлично, проходим. Давай. Трафика куча, хотя сегодня еще нормально. Бывает тут такое количество трафика нереально, что тихонечко фигеешь и даже мало верится, что это старая добрая PS3. Которая что-то пытается еще тащить. Несмотря на то, что ей лет фиг знает сколько. Так, давай-ка пониже. Так, чувак. Чтобы в него не въехать. Ага, тут опять поворот. Как-то широко я прошел, но нормально. Мы пока уверенно лидируем. Это просто прекрасно. Да, о, мой любимый район. Вот здесь, конечно, так чуть геморройненько. По-моему, на низ не надо или надо? По-моему, не надо было все-таки. Да, ну ладно, я спустился. Нормально. Выруливай. Черт! Прошел. Блин. Ублюдок, катись нафиг. А, это шмара была, не ублюдок, после всего. Даешь четвертую, стреляем нитро и давим ее, сучку. Нафиг. А, это у нас еще и в несколько кружков гоночка. Окей, понижена и... Хорошо, идем. Так, куда тут ехать-то? Внимание, тут опасность. Вторую, где-то сюда, кажется, да. Нормально, справились. Все, я понял, у нас финиш практически. Где этот дурдом весь начинается, надо быть бдительным. Его сложно там проехать, там не всегда понятно, куда ехать. Здесь вообще в этой игре не всегда понятно, куда, в принципе, иди нафиг отсюда ехать. Крутая штука такая, крякальник, блин. Кнопочку нажал, все разлетелись нахер, кто куда. Что-то такой форс-фидбэк мягкий в этой игре. По-моему, он раньше жесткий был, пипец. С чем бы это было бы связано, непонятно. Вообще. И кочегарим на четвертую. Но тем не менее, эта тачка 150 с плюсом миль тулит. Для ведра 50-х. Но она, конечно, в фулл-тюнинге у меня. Ну так, неплохо. Неплохо. Ну-ка. Понижено и... Так, теперь я не буду так широко проходить этот поворот. Только бы тут не въехать никого. Нормально. Пока все хорошо. Вот, мы начинаем въезжать опять в этот веселый райончик. Тут надо быть очень бдительным. Но я все равно до конца не понимаю, куда тут ехать. Вот сюда. Стреляем. Так, а тут что? Что-то... А, это огни были, типа, можно было прыгнуть. Не, нафиг. Мы не будем рисковать. Потому что всякое тут возможно. Разъехаться бы здесь между этими вагонами. Воу, чувак, слышь? Он тут буквально сзади уже. Нахер катись, ублюдок. Тут уже финиш у нас сейчас будет. Я сказал нахер. Нет, нахер. Не ту кнопку нажал. Блин, не ту долбаную кнопку нажал. Давай. Финиш. Еще раз нитро, еще раз крякальник на всякий случай. Все. Фу, путаюсь, блин, в управлении. Где у меня нитро, а где эта хрень? Series One. Прекрасно. Просто замечательно. Так, ну чё, мы прошли на лоурайдере? Да, нет, по идее, да. Крутецкая точила. Ну-ка, залезем. Где там карта? Йоу. Чё стал? Док пошел в жопу. Да, ребят, засчитали нам пройденный лоурайдер. Так, а ещё есть, что там у нас... А где гонки, блин, вообще с этим Карлом? Непонятно. Нам надо турнир какой-то еще проехать, я смотрю. Надо 4 гонки проехать скоростных. Надо менять тачку. Уи! Лезем в гараж и берем какую-то тачку куда более побыстрее. У меня там имеется кое-что в арсенале. Салин есть, ребят. Не помню, как модель называется. S что-то там. Ну, она самая быстрая в этой игре. Вот она у меня есть. Можно ее взять. И что-то пацанчикам там понадавать. Так, Manage Venture. Где она там у нас? Или я ее продал, погоди-ка. Так, Mustang Boss. Вот она, есть Salin S7.
Можно взять ее, можно фокус. Я помню, этот фокус реально крутой. Но фишка в том, что, кстати, я могу пацанчиков нагибать фактически на любой машине там. И довольно-таки неплохо. Или сделаем сегодня у нас день классики. Вот, Venture B, Muscle Car, Mustang Boss. Это, кстати, не мой тюнинг, по-моему. Я не помню точно. Кажись, я его выиграл. А, я его перекрасил, немножко перепилил. Смотрите, какой красавчик такой, брутальненький. Брутальненькая тачка. Погнали, погнали, сейчас на скорость покатаемся. Я надеюсь, он заряжен у нас в плане там плюшечек, да, все есть. Нитро есть. Кочегарим. Нам надо на скоростную выползти. Воу-воу, пацаны, разбегаемся. Поехали на скоростную. Как-то на шоссе надо заползти. И там можно потягаться. Блин, ну большой тупняк в центре управления. Я не понимаю, какого фига? Раньше такого не было. О, Карл, чё? Он всякую херню показывает. Понятно, блин. Нахрена она под конец игры вылазит эти подсказки? Мне вот непонятно до конца. Ладно. Так вот. Шоссе. Это нам сюда. О, я уже даже вижу гонку какую-то. Вон. Орешек такой летит. Медальончик. Даешь пониже, ну так, нитро есть, стрельнуть есть, что? А, по-моему, плюшечка не стоит на этой машине. Да, кажись, не стоит. Ну-ка, отъедем чуть в сторону. Иди нафиг, блин, ездят они тут. Вот тут так встать можно, бэм-бэм-бэм. Отлично, стоп. Припаркуемся в теньке. Ну чё, вот он, товарищ. Сейчас мы его будем нагибать. Мерседес у нас. 65-й, кажись, кочегарим. Чувак! Давай, как только там моргать? Чё, блин? Нормально? Я не в ту сторону поехал. Вы чё, наркоманы? Я моргнул Мерседесу, они какой-то Оказывается, я еще играю, ребят, через овермедию, через окно. И у меня сейчас такой out of range от загрузки проца. Нахер. Вот, я играл еще и с задержкой. А я думаю, чё такое? Ладно. Вот это другой компот. Но, блин, я эту гонку слил, я не знаю, что это было. Я должен был ехать в одну сторону, блин, и тут получилось, что совершенно в другую мы поехали. Прекрасно. Не буду полить нитро, наверное. Так как смысл в этом... Нет, ни малейшего. Да, блин, что за тупняк с этим рулем? Я не понимаю, меня это подкумаривает уже, откровенно говоря. Вот что за бред? Какого хера? Так, можно ее отменить, эту гонку? Аутрейс, нахер, да, все. Бред какой-то. Нам надо что-то найти в нужную сторону. Вот чувак поехал там нам навстречу. Карл, иди нахер. Хорош, блин, мне доставать. Давай, первый ручничок и вау. Кочегарим, бэп-бэп. Да блин. Твою мать. Отвык я от этой игры. Да я тоже могу посигналить, можно подумать. Че, самое модное, что ли? Так, зеленый у нас. Зеленый заезд будет, то есть легкий. Значит, можно не заморачиваясь его проехать. Было бы неплохо... Все, я понял, на крест начать гонку. Было бы неплохо все-таки как-то поехать в нужную сторону, а не в противоположную. Наркомания какая-то. Так, вон этот чувак там вдали у нас. И руль, блин, ну куда делась вся четкость управления? Я не знаю. Давай. Шнеля нафиг. А, там у нас телушка. Ну че, милая, готовь бабосики. Расчехляй кошелечек. Сейчас мы тебя будем делать. На боссе. Есть пятая? А, пятой передачи нет. Воу! Что-то не очень удачная машина у нас для таких заездов, потому что у него ограниченная максималка ввиду того, что очень мало передач. Я сунулся на встречку. Это была печалька. Фух. Ну нормально, справились. Блин, да что ж с этим управлением? Я не понимаю. Мне вообще некомфортно ехать, блин. Бред какой-то. Отлично. Иди нафиг, дура. Вижу уже финиш. Тихо. Твою мать. Очень непривычно ездить. Не знаю, что так. Раньше у меня не было проблем с Midnight Club, а тут что-то прям какой-то тупняк на руле. Даже нитро не пришлось полить. Оп. 170 едет. Три заезда еще надо взять. Первый пошел. Да, 7 из 10, все канает. Вот, кстати, что круто, вы обратите внимание, игрушка хер знает какого года. Кажется, 2009, ребят, или 2008. Иди нафиг, Шанги. Сколько трафика здесь? Новому Need for Speed'у даже и не снилось столько. Так, следующий.
Давай, шнеля. Кстати, там Эклипс прикольный был. Митсубиси. Было бы здорово так покататься с ними на машинку. Тут были такие гонки, споры на машинке. Но я их все проехал, к сожалению. И фишка в том, что в чем хардкорность этой игры. Если ты проигрываешь, ты свою машину сливаешь нафиг. И без шуток сливаешь. Потом ее вернуть можно только если отыгрывать назад. И были такие гонки потные, что пипец. Я помню. Кому интересно, в плейлисте в описании к видео есть старое видео. Там все это есть. Там жопень полная. Так, видно финиш. Нормально мы тащим с мустангом. Так, как бы тут сейчас пролезть? Не туда! Иди нафиг! Стрельну разочек нитро. Кочегарнем его. Видать, финиш уже. Ну, блин, зеленый это неинтересно. Давайте что-нибудь такое. Там, коричневое, там, красное. Вот то повеселее гоночки. Вот сейчас надо найти что-то. У нас еще впереди будет две такие. Оп! Оу, oh, yeah. Немножко помяли мы мустанга. Две гонки еще. Так. О, вон, я видел. Я видел, но, блин, это все не по пути. Ну ладно, мы сейчас тут развернемся где-то. Давай, вторую, первую, ручничок. Очень странно, блин. Да ладно тебе. Карл, иди нахер. Не тошни мне тут. Кажись, в ту сторону ж я поехал. Да, вон он. Вот тут сейчас будет уже более так весело. Учитывая, что у нас максималочка сильно ограничена на боссе. А есть тут тачки, которые по... Опять я не в ту сторону поехал. Твою мать. По 200 миль тулят. Ну так, блин, мы сейчас поедем в ту сторону. Все нафиг. Ох, нифига. Здесь главное тронуться. Вот в плане стартового реклама iPod'а. А здесь, ну, такая специфическая физика управления автомобилей. Вот, теперь мы точно туда едем. Даешь четвертый, кстати, спидометр ложит, точило. Напрочь ложит. Сколько там? Там вообще не видно нихера. Там 120 миль, кажись, там. Ну да, мы уже 150 тулим. Но мустанг крут. Так, чувырла. Где ты там? Мне надо хорошенько, бляха, хотел сказать, разогнаться, но нет, не тот случай. СЛ-65, кажись, мерен. А! Ёб твою налево, наваливаем. Так, у меня есть, ни хрена у меня нет, только есть нитро пара выстрелов. Но Мерс уже здесь, я уже прям вон чую его. Но плюшечек, ни хрена нет плюшечек, не установлены. Печалька. Держись! Он прям на хвосте, скотина. Вот он здесь. Тварь, он еще и слепстримом моим пользуется. Давайте в кого-нибудь зафигаришься. Что-то он куда-то не туда поехал. Вау! Ё-моё! Нифигулечки! Иди нафиг, ублюдок! Даешь четвертую, и как бы мне тут пролезть между ними? Ух, пролез. А! Блин, идите нафиг! Стреляем нитро. Без вариантов надо палить. Потому что этот ублюдок догонит стопудово. Я подруливать не могу четко, потому что, ну, тупняк вообще капитальный на центре руля. Я не знаю, не было на Logitech такого. Реально не было. Вот тупняк. Фух, это было уже жестче. Кочегарим. Final Battle. О, там надо было... Надо было в другую сторону поехать. Так мы развернемся, можно подумать. Проблема. Нафиг все. По встречечке чуть. Здравствуйте. Карл, иди нахер. Он реально раздражает здесь. Вот я не знаю, кто придумал эти подсказки в этой игре, но их слишком дохрена, и они слишком бесполезные. Так, еще один Final Battle у нас, красный заезд будет. Скажись. Прекрасно. Я не знаю, мне надо с этой игрой что-то делать. В нее рулить невозможно. Вообще, смотрите. Подруливаем, а мы едем прямо. Вообще прямо. Это ни хера не нормально и ни хера не круто. Ни разу не круто. Так, ну чё, чувак, на чем нам сейчас попадется чувырло? Надеюсь, не на солин каком-нибудь, потому что, в принципе, все равно можно будет затащить, но, блин, с таким управлением не знаю я. Вон, вижу. Так, чуть-чуть добавляем. На Ламбо. Блин, он не согласился. Тут фишка в том, что если сильно быстро ехать, не такие уж и дебилы. То нифига не канает. Но если с ним буду
по-честному, так сказать, соревноваться, то у меня шансов очень мало будет. У меня есть два выстрела нитро. Давай! Нафиг! Ах ты ж падла! Стреляем! Твою мать! Куда ехать? За ним! Ёб твою! Красавчик! Давай! Ну давай! Последний выстрел нитро! Давай, мустанг, ты можешь! Еще выстрел! Давай! Блин! Блинский! Слил! Это Midnight Club. Здесь все непросто. У меня больше нет запасов нитро, совершенно никаких. А я этому ублюдку слил. И сейчас денег отпошляю. Что вы думаете? Кажись. А, нет, денег это если надеть. Боже, какой он побитый. Надо срочно что-то делать с управлением. Невозможно ездить. Ну, тут важно четко, что плавно подруливать. А я не могу, я не знаю почему, ребят. Все было круто, но вот. Ну, может у меня под геймпад вообще руль сейчас тут заныкался и все дела. Контроллер. Custom Racing Wheel. Ну, Racing Wheel, да. Все нормально. Я не понимаю, что происходит. Бред. Старинг сенсор. А, может быть, в этом проблема? Может быть, и в этом проблема. Воу-воу. Сохранить. О, ребята, он начал рулиться. Приколите. Слушайте, а может быть, если старинг в плюс сделать, то он это самое. Вообще в 900 градусов у меня поедет. А ну так поржать, это же будет просто офигенно, если 900 градусов начнут работать. И я себе уже предвкушение. Старинг сенсор, давай, фу. В десяточку, о-о-о, не, минус 10, вот, в десяточку. А ну-ка. И 900 градусов. Приколите, игра 900 градусов поддерживает. Охренеть, я этого не знал никогда, я вам честно скажу. Обалденно, блин, вот это разговор, я понимаю. Вот это разговор. Все, сейчас мы будем тягаться. Где там этот чвырло? Ламбу опять. У меня нет нитро, есть одна проблема. Но у меня есть руль. У меня есть нормальный руль. Так, он меня сейчас вздернет стопудово. Но надо стараться между трафиками просачиваться так четенько. Все, я иду на пределе. Он меня по максималке сейчас будет делать. Ублюдок. Ублюдок, катись нафиг. А, блин, это было плохо. Но мы пока стараемся ехать, что-то тащить. Так. Охренеть, как много трафика. Ребят, такой экспириенс может быть только в Midnight Club. Я вам реально говорю. Где ты там, падла? А, я так и знал. Я его не видел, но я просто... У меня чуйка была, что он там. Блин! Давай. Он прямо здесь, видно по карте. А вы не видите, карта прямо за мной. Он буквально вместе со мной едет. Миллиметражах, я, кажется, не туда поехал, или туда. Давайте я туда поехал. Давай, родимая. Вон он, отстал немножко. Все, иду на пределе, он... Твою мать! Блин, нагоняет. Давай. Тварь. Нет, ни хрена, я так просто не сдамся. Оу! Ублюдок, у меня машина сейчас приедет. Вон она уже мелькает красным. Машина побита. Она даже не побита, а убита. Давай, появляйся, вон. Иди нафиг. Че эта гонка не появляется опять? О, появилась. Поехали. Нет, я не сдамся. Я, да, я упорот. Нитро надо. Ее починить, да заправить химией было бы прекрасно. Давай, кочегарим. Иди нафиг. Я себе дал немножко форы на старте. Ну а дальше посмотрим, как пойдет. Боже, как их много. И мне нельзя врезаться. Мне еще буквально одна-две аварии и все. И наш мустанг прикажет долго жить. Давай, родимый, 175 миль. О, мы нормально так оторвались пока что. Только где все? Где все? Алло. Мне надо много трафика. Иначе это ж лалка сосай может случиться вдруг неожиданно. Он меня нагоняет потихоньку. Так. Прекрасно. И вижу финиш. Ну, мне тут повезло, походу, судя по всему. Не будем пока зарекаться. Да, мне здесь повезло. Но, тем не менее, он ко мне приближался. Фух. Фух. Да, I won. Да, фух, мы это сделали.
все-таки родили. Вот такая вот тарантасина прикольная. Карл, иди нахер. Вот просто без шуток нахер пошел. Че, ребят, будем потихонечку закругляться на этот видосик. Вот такие потненькие гонки у нас получились. Здесь, в принципе, эта игра вроде бы аркада, но здесь все гонки очень такие уж потные. Реально, очень круто. И вы знаете, я вот, блин, сколько прохожу, видите, для себя ноу-хау открыл, то, что можно с 900 градусами играть. Это офигенно круто, я считаю, просто прекрасно. И будем дальше проходить. Ох, прикольно, кстати, она так едет, едет, и так тапка в пол она аж так подрывает. Мустанг крут. Мустанг босс особенно крут. Ладушки, ребятушки, ставь лайк видео, если тебе понравилось. Подписывайся на канал, если ты здесь впервые. Спасибо за просмотр. С вами был Сони, и всем пока.